Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ну что, мы находимся в данный момент на 42-м ранге. Ежедневные задания, смотрим. Так, нанесите 20 единиц урона ночным колпаком, повысите силу трем зомби и выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Вот это попробуем поменять, вдруг сотка выпадет. Нанесите 20 единиц урона героям бесячества. Ну что, поехали тогда за колпак сыграем, наверное, я думаю. Так, какая коллекция, эй, браток, битва, так, выбираем ночной колпак и поехали. Угу, значит, нам нужно нанести 20 единиц урона. Не обязательно выиграть, ну, если мы выиграем, то, соответственно, мы 20 единиц урона нанесем по любасику. Так. Ядрен, матрен, ну что это? Блин. Фиговенько как-то, ребята, фиговенько. Сейчас мне этот гигантус, наверное, размотает тут. Что, мама, не горюй. Так, что у нас там получается? Ага. Нам бы, по идее, его снести. Что я, пожалуй-ка, наверное, и сделаю. Вот так вот сделаем. Он сдался, ребята. Он просто сдался. Даже не начав играть. Но он понял уже, что тут бесполезно. Там пойдет потом эти, начнет бомбить по нему. И как всегда, ребят. Но мне-то нужно не выиграть. Мне нужно нанести 20 единиц урона. Вот в чем суть-то вся. Поэтому продолжаем. Ну, чего-то я не взял. Ага, я забыл открыть свои чипсоны. Друзья мои. Без чипсонов пивко не очень хорошо идет. Так, ну что? Этого, наверное, хламончика пока уберем. А вот так оставим, пожалуй. Хотя зачем мне там, блин, два гриба, я не пойму. 2 по 4. Ну давай. Сложновато с ним, конечно, драться будет. Ребят, сразу вам говорю. Ну что, грибочки высадим туда? Наверное, так сделаем. Для начала. Его звать Фэбин Хофф. Фэбин Хофф, значит, да? Так, что дальше можем сделать? Можем поставить ягоду и... Надеюсь, могил у него нету. Он, ребят, что-то не стал ничего здесь ставить. Микс фруктовый, это хорошо. Пожалуй, пока я воздержусь. Ждем. Ждем приказов. Блин, мне бы сейчас сюда бы клананасик бы. Ох, было бы хорошо, ребята. Но клананасик, походу дела, мне не светит. Ну и чего ты прикажешь делать? Ну давай так поставим. Что там выпадет? Да я, наверное, пока ничего больше ставить не буду, ребят. Я знаю только одно, что если он сейчас никого не поставит... Ага, вон у него еще. Лакончик у него был. Хорошо, что я не стал выставлять вот эти грибы, ребят. Блин, что делать-то? Давай так поставлю пока. Ландшафтик просто выставим.
Угу. На заклинаках это плохо, ребят. Меня спасет только вот этот вот. Да и то неизвестно, когда мы его поставим. Понимаешь? Ага, ага. Ну давай, фиг с ним, поставим. Там посмотрим уже. Да ты запарился своим шаманством, нахапал шаманство немерено, ребят, просто немерено шаманство набрал он. Ну что будем ставить? Этого сдуть можно, в принципе, блин, хотя... Да, этого, наверное, бомбанем, а этого сдуем. Так вот сделаем. И, наверное, вот так еще поставим. Но заклинашки-то у него энергия есть, заклинашки-то он, ребят, ну, конечно же, бомбанет. А мне вот с этим вот совсем, что делать вот с этим совсем? Он опять? Нет, он, ребят... Почему-то он именно этого поставил. Ладно, шваркнем его здесь. Так сделаем. На следующем ходу я уже смогу вот этого выставлять. Он опять за свое, а? Он опять, ребят, за свое. И самое главное, что на воде нету, на воде нету бобовых этих, блин, вот что, обидно-то. Опять в блок, что? Нет, не в блок на этот раз. Как ты запарил, а? Чепушила несчастная. Блин, этот же 5 единиц урона. А, ну да, 5 единиц урона нанесет. Хотя мы этого вырубим. Ага. Так, микс. Фруктовый микс, друзья мои. Фруктовый микс. Поехали. Замечательно. Даже не пришлось фруктовый микс нам с тобой тратить. Так, ну что. Получается, что за колпак мы отыграли, и нам нужно теперь выиграть игру мозговитым зомби-героем. Мозговитый зомби-герой. Бесенок у нас не идет как мозговитый, нет. У нас мозговитый это, по-моему, вот. Ну и профессор, насколько я помню. О, у нас бессмертие тоже мозговитое. Слушай, а может быть за нее сыграть? Что скажешь? Плохо, что у меня всего лишь один телепорт. Ребята, я ведь могу, по-моему, сделать его. Ага. Он стоит 4000. Это идет как легендарная карта, ребят. Так что не канает. Ну давай, ладно, бог с ним. Одну партийку сыграем за бессмертие. Но у меня что-то, ребят, плохо получается за нее играть, если честно. Хотя я... Вот всегда я заметил, ребята, роза выпадает чаще на бессмертие. Даже когда я играл, она очень часто выпадает нам. Роза на чем у нас там? Ну, она сам по себе универсальная. У нее, ребята, вот эти вот
Паттайя и тому подобное. Очень жестко. Одних Паттай до этих кабачки выкладываешь и все. И горе не знаешь. Ой, надо было на воду тебя. Хотя как бы я его на воду поставил бы. Никак. Бонусная атака. Такое себе удовольствие. Ну что, он сейчас будет цветочки, наверное, рассаживать. Грибы, цветочки. Если он будет на Паттайях играть, конечно. Правильно, он не спешит. Он не спешит, друзья мои. Он может хильнуться в любой момент. Оно и понятно. Сейчас этого превратит, наверное, в козла, как обычно. Или заморозит. У него в козла заморозка, но он замораживает, ребят. Давай-ка я пока ничего не буду делать. Я тупо постою, подожду. Сюда, что ли? Сюда. Козла. Это, ребят, я так... Зато, с одной стороны, ребят, это круто. Мы сможем вот этого выставлять спокойненько. У него есть еще кукуруза. Может кукурузой бомбить, ребят. Об этом тоже не забываем. Так, ну вот, значит, на хилах еще ты хочешь, да? Угу. Значит, еще и хиляться будешь. Ладно. Давай я так вот сделаю. Что сделаем? Давай сюда поставим. Ну, естественно, сейчас будет хиляться. Это понятно, ребят, дело хиляться. А мне до этого еще нужно две энергии. И в лицо прилетит. Но он может что? До этого ему еще далеко, как во. До кукурузы. Но поставить он ее может. Может. Нет, ребят, не может. У него она стоит 6 единиц энергии, пока у него 5. Удивительно. Так, 4 хп мы ему оставляем. Ну, этого надо гасить. Нет, тогда не этого, наверное. Тогда все-таки гасим вот этого. Бонусную атаку. Если я бонусную атаку влуплю, а мне придется в любом случае сейчас, ребят, делать бонусную атаку. Поехали. И вот теперь самое интересное, друзья. Есть ли у него уничтожитель или еще что-нибудь такое?
Он же все потратил, да? Он в козла превратил, заморозку он использовал. Минус 2-2 только может сделать. Эти вдвоем в лицо там... А, он кукурузу может поставить, ребят, точно. Кукурузу огромную вот на эту кукурузинку он может влепить. И тогда лицо будет разворочено. Хоть они и этот, ну что, он мне попадет, да? Сработает защита. Мы там максимум можем что вызвать с тобой? Летучих мышей, минус 1-1 по земле. Это не спасет нас ровным счетом вообще никак. А вот кукурузу он влепить может. Ну если, конечно, она у него есть. В такой колоде она должна быть, ребят. Так, этого переместим, да? Вот смотри, что он сейчас будет делать. Минус 2-2, да? Вот сюда ставить будет. Ему не выкрутится, ребят. Ему сейчас лицо будет... А, вот же у него что еще. Я и забыл про это. Но ему все равно хана, ребят. Смотрите. 5-2-7, а у него 6 хп. Тем более у нас вон. Все. Круто? Я считаю, что круто. За бессмертие мне тяжело играть, и я очень рад, что у нас получилось все, ребят. Так, а теперь, ребята, играем за бесячество. Сейчас я гляну на колоду вначале. Ну, давай попробуем такой колодой сыграть, фиг с ним. Не особо она, конечно, играбельна, если честно. Но я постараюсь. Я до 40-го ранга, ребята, доходил без смерти. Причем дошел моментально, можно так сказать. Буквально сегодня с утречка встал, взял в руки планшетик и начал наяривать. И довольно неплохо получилось. Ну что, он, наверное, как всегда, на бобовых будет играть сейчас. Вот немножко странно. Ладно, у него есть свой план. Какой-то мне неизвестный, видимо. Давай так сделаем. Ну что, он зебл... Ох ты. Еще и бессмертие сейчас повесит, да? А, он орех вешает сюда. Он решил сюда, значит, орех повесить. Значит, ребята, это колода на орехах. Сейчас превращать будет в кого-нибудь или нет? Мы же не знаем, какая у него секретная карта. У него есть неуязвимость. Превратить в кого-нибудь. Эту бочку есть у него. И... Что-то же еще должно быть. Третье, я не помню. В любом случае, если он что-то с ней сделает, я не смогу, ребят, потому что из-за этого ореха... О, вещь утворяет. Но зато теперь я смогу, ребята, давануть этого хламона. Если, конечно, он его сейчас не шлепнет. Крокодил вызывается. Либо сдуть. Не, наверное, все-таки, ребята, вот так вот сделаю. Прекрасно. Да не может быть, чтобы у тебя не было могилоедов. Что-то ты, парень, тут присвистываешь мне по ходу дела. Так, ребят, нам надо кого-то сдуть. И кто же это будет? Почему именно этот говнюк?
у него блок сработает потом. Хотя... Заколебал ты, а, уже? Блин, ребят, сейчас кого-то превратит. Во что-то превратит. Или неуязвимость возьмет. Тут одно из двух. Вот он что сделал. Превращает в кого? Отлично! Хе-хей! Вот это, вот это, ребят, фарт. Это просто фарт, тут по-другому не скажешь. У меня только заклинание. То есть я могу что сделать? Уже ничего. Кактус поставил. Так. Ну вот этого заморожу, наверное, ребят. Ой, блин, я же не могу использовать. Давай так сделаем. Как бы лучше это сделать-то? Превратить же ведь... кого-то. 100%, ребят, превратит. Так, у него остаются две карты. Этого мы можем спрятать. Можем же? Ну а что нам это даст, что мы его спрячем? Три в лицо. Давай, ладно, спрятать. Карта нам нужна, понимаешь? Прекрасно, прекрасно. Все, да? Так, у этого неуязвимость у него сейчас будет. Он достал 100% неуязвимость, ребят. Хе! Ну ладно, гаденыш. Я не удивлен, если честно. Нисколечко. Так, ребят, выпала бочка мне. Не-не-не-не-не-не-не-не, парень. Карту утягивает, блин. Ай, знал бы я, блин, ребят, я бы немножечко по-другому, конечно, бы сделал бы. Я, наверное, сюда вот бомбить буду, ребят. Где ландшафты? Мне было... Вот он! Вот он, ребята, ландшафтик-то где? Тогда бочку нельзя ставить. Или можно? Можно.
если осторожно. Если я сюда ее поставлю, блин, он же мне потом лицо разнесет, ребят. Сейчас посмотрим, что он поставит. Все, хана, ребят. У него этот патиссон дебильный, блин. Это же надо, блин, а. Я просто хотел, ребята, думал поставить этот. Хотя тут даже если бы без патиссона бы. Не, ну я бы мог бы бочку поставить, не. Не про канал, а бы. Патиссон мне все испортил. Всю мою стратегию, ребята, разрушил. Даже кровожадность мне не дали. Не дожил я до нее. Вот в этом проблема. Был бы вот этот, да. Мы бы смогли бы... Что бы мы смогли бы? Ну, что-нибудь бы смогли бы сделать. Давай так проверим. На бомбу. Сейчас проверка на бомбу, ребят. Угу. Винку он поставил, отлично. Так, далее что? Далее ставим вот этого, да? Ну, у него опять может быть мина. Нет. Ребят, далеко не мина тут у него стоит. Он цветочек. Ну тут кто появится, ребят, посмотрим. Кто вылупится. Понятно. Всего лишь два в лицо, да? Посмотрим на могилы. Ну, на могилы еды. Так, усиливает. Давай сделаем так. Ага, два. Он поэт это достал. Блин. Не очень красиво. Как ты заколебал. Фотосинтез он ставит, блин. Этого выкидываем тогда, получается. А вот то, что фотосинтез, блин, это бесяво. Давай так сделаем. Два. Так, пять в лицо. Прилетает ему. Давай-ка я так сделаю. Что он хочет сделать? Превратить их во что-то или что? Так. И? И это все, да? И это все, да, что он мог сделать или хотел сделать. Так, друзья, ну что, я, наверное, сношу их двух сразу же. И... Блин, надо рядом, чтобы зомби стоял. Да ладно, я рискну, ребят. Заколебал ты, а?
Ну нет смысла нам ставить-то, да? Достанет просто в корень, друзья. Так, 4 и 5, блин, 9. Тогда, наверное, я сделаю так. И вот так. И вот так. Поехали. Ковбойчик. И все? Погнали. Беда, ребят, немножко в другом, что мы пробьем сейчас ему в блок. Блок почему-то не сработал. Блок почему-то, ребят, не сработал. Я думал, сейчас блок, потом бы разыгрывали бы здесь с тобой. А, я же забыл, ребята, у меня 1000 самоцветов. Конечно же, ребят, я думаю, что я хотел сделать? Я хотел сегодня открыть паки. Да, 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 да. Для чего я шел к 40-му рангу? Чтобы наборы, друзья мои, купить сегодня. И с вами посмотреть, повезет ли нам на этот раз или нет. Последний, как ты видел, серии мне не особо везло. Я сейчас... Ой, подожди, фу, я уже думал, я купил. Я даже не знаю, мне кажется, что надо брать вот этот вот. Мне бы не помешало вот это, вот кукуруза, кстати, бы не помешало. Вот это, кстати, тоже неплохо. Давай, наверное, вот этот мы и возьмем с тобой. Пак. Покупаем, ребят, смотрим. 11 паков. Ну, хоть бы легендарка выпала, хоть какая-нибудь, а? Это все у нас, ребята, с лихвой. Так, кстати, необычных мало дали. Есть шанс, ребят. Ну зачем, блин, редких-то столько много? Вот из этих дублей, ребята, все, блин, на смарку может пойти. Кстати, вот этого не было, карта у меня, это новая, ребят. Легенда... Есть! Что? Вау, две легендарки. Слушайте, ну что, ребят, скажу. Вот это неплохая карта. А это у нас при... Он атакует, если мы, например, делаем атаку. Но подсолнух, то, что мне дали, это хорошо, ребята. Она мне пригодится в колоде. У розы я вот этот цветочек смогу заменить спокойненько, например, на гриб. Он же дает один-один энергию, да? Один, да. А, так я могу еще и создать. Кстати, а у него же прочерк есть или нет? Я не помню, ребят. Давай вначале мы с тобой утилизируем излишки. В общем, две легендарки. Я, ребят, считаю, что это достойно. За сегодняшнюю игру это достойно. Плюс 1725. Прикинь, 62 карты у нас дублем пошли. Крут. Крут, конечно, вот этот паренек, что мне достался. Так, и... И что? И сюрприз. Учитель зомбологии удешевляет и без того жуткие приемы. Поможет ли стратегическая колода розы перестраховка проучить его? Кого? Разгрома получить?
Вопрос, конечно, интересный. Да ладно, блин, ну потая, ну. Я не знаю, ребят, я, наверное, пока пропущу ход. Блин, ну что он будет делать? Ну давай вот так вот сделаем. Потом идет молоточек у нас, по идее. А хилы-то здесь будут у Розы или нет? Безумие. Но у меня есть тоже ландшафт. Кого он сейчас сюда поставит? И цветочек сюда лепит, что ли? Ну, если я так сделаю, например, да? И все. Не так-так-так сделает, а? Ты посмотри на него, он жук. Арбуз, что ли, ставить? Вампирёныш. Все так подозрительно. Да ладно, я ему еще и этого, блин, на заклинашках, блин, сюда воткнул. Давай в блок бей. Ни о каком блоке пока, ребят, даже речи не идти не может. Арбуз? Арбуз. Так, ну что, в блок бомбит. Сейчас посмотрим, что за карта выпадет. Заморозка, отлично. Так, мне бургер выпал, да? Я не знаю, кто у него там. Я знаю, что, наверное, надо все-таки, ребята, бургер сожрать. А? Уничтожение всех на земле. А с одной стороны, может быть, оно и хорошо, что, ребята, мы не стали ничего здесь ставить. Давай в блок бей. Воздержусь. Поехали. 4-2-6, да? Потом надо обязательно вот это вставить, ребят. Обязательно. Смотри, ему на шаманство хватило, блин. Гад, ладно. Так, ну что, мы можем три раза бомбануть, и ему хана. Как ты мне дурак, а? Кактус он заберет, да, получается? Давай так поставим, посмотрим. И кого он там перемещать хочет? О! Так, 5 в лицо. Этот добьет всех остальных. Я тратить пока не буду, смысла нету, ребят. Но у него одна карта.
как по мне, ребята, шансов тут ноль. Тем более при таком раскладе. Тем более при таком раскладе. Ну, давай сюда поставим, так что быть. 5,3,8, ему хана. А, нет, подожди. Ну, сейчас посмотрим. Поживет еще чуть-чуть. Буквально на одну заходку, ребята, у него ХП. На один удар. А мне есть что поставить. Мне есть чем ударить. Смотри внимательно. Ну и прощай, разгром. Все, ребят. Отличная колода, но, честно сказать, она очень долго разогревается. Если бы был бы... Кстати, вот этих вот чувих мне нужно, ребята, получить. У меня их, по-моему, вообще нету. Или есть. Так, за разгрома сейчас зайду, гляну, есть они у меня или нету. Они мне нужны, но они не только за разгрома, они вообще, ребята, очень круто удешевляют карты. Вот, например, берем... И смотрим, она 2 единицы энергии стоит, да? А где же ты? Вот она, 2 штуки, ребята, у меня. Чтобы создать, 2000 нужно. Блин, я даже не знаю, ребят. Я знаю, что я тебе скажу. Просто вот раньше я считал, что чем больше карт, тем шанс больше. Например, у меня у Розы, за колоду, которую я играю, я еще покажу тебе, у меня там 4 Паттайи. Было очень много каток, когда она ни разу, ребята, мне не выпала. Вообще ни разу. Вот Роза, по-моему, вот эта вот колода. Да. Смотри, 4 Паттайи и 9 этих. Ни разу, ребята, не выпало, понимаешь? Так, это кто тут со мной хочет сыграть? Так, ну давай попробуем. Сейчас глянем. Ой, тут опять очень много друзей, запросы. Куку Джамба, Супер Ванч. А, вот, бросили вызов. Блин, подожди. Поехали. Подожди, поиск соперника. О! Лютый враг, ребята, мой. Это бессмертие. Только лишь из-за своих призывов. Кириллов, ё-моё, вот кто это. Он один раз меня, ребята, жестко наказал. Ну, опять же, случайность, конечно. Ему зомбобот выпал, и он меня разнес в щепки за счет зомбобота. Ну, случайность не случайность, а выиграл. Правда, это все не записалось. Это как раз, ребята, та серия была, где я получал легендарные карты. Ой, легендарные карты. Это был конец сезона. И у меня это... Я с Кирилловым дрался, потом еще, по-моему, с кем дрался. В общем, там не вышло нифига. Но если он играет этой же колодой, которая там была, то есть на... ну, это призов Луны, или как это называется. Я думаю, ты понял, о чем я говорю. Кровавая луна, ё-моё, кровавая луна, конечно же. Если он на кровавой луне, ну, посмотрим там, ребят, как. Я знаю, что у него есть, должен быть... кто там? Ага. Сейчас еще в блок бомбанем.
как все вовремя, блин. Так, посмотрим, во что эта кикимора превратится. Может быть, нам ее даже надо будет убирать отсюда. Ох ты, ты посмотри. Вот как вот так вот, ребята, а? Это прям какой-то, блин, я не знаю. Везение, не везение, как это назвать-то. Давай так сделаем. Нет, по-моему, какая-то другая немножко колода, ребята. Ну да ладно. Медик. Все как-то, знаешь, вот выпадает как нельзя лучше. Давай, наверное, хильнемся тогда уж. Ну что, летучих мышей? Или что? А, вон какой ландшафт. Птичка. Ну, я так понял, кровавая луна, да? Хочешь, хочешь на ней сыграть? Хочешь, блин, на кровавой луне сыграть, да, значит? Да я, наверное, вот так вот сделаю. Че париться буду? Да, 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 ребят, вот, на кровавой луне. Значит так, колода. Так он карт лишился всех. Это не варик. Я просто хочу посмотреть, как будет потом выглядеть все это, когда я поставлю потаю. Если я успею, конечно, ее выставить. Блин, а я не успею, ребят, выставить ее, потому что... Я не помню, на орех... А, работает на орех, да? Опять кровавая луна или что там у тебя сейчас будет? А, уничтожение. Ну а на следующем ходу все, ребят, только потаю выставлять. Там еще, если что, блок у меня будет сработан. Сейчас посмотрим. По-моему, все, ребят. Не знаю точно, но, по-моему, это все. Все равно не поможет. Даже не буду пока ничего делать. Ай, вторая потая. Это будет заклинание, стоит просто, ребята, заоблачное. Они так стоят на 8, прикинь, еще одну, и это будет на 16. Ты уже никакие заклинания тут не применишь. Пока. А, я думал, он уходит. Пока. На один ход, ребят, не успел. А так бы все. Все, ребятушки, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. И буквально сегодня, ребят, еще будет серия у нас по Strike Force. Вот сейчас, наверное, буду играть. И новая колода, точнее, перемодернизированная колода в игре. Спасибо тебе тоже, Кириллов. И будет еще одна игра по Marvel Snap. Да, ребят, там будем на сбросах сегодня играть. Ну все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.